Народ, как жизнь? Привет, я мое видео обращение, видео пост. Я в ахуе, на самом деле, то, что происходит последние 2-3 дня, я в шоке, блядь, от того, сколько говна на меня вылилось после этого так называемого клипа с Тимати про Москву. Я очень сожалею о том, что не слежу за политической ситуацией в стране и в Москве, и, бля, буду, я не знал, что у нас выборы, блядь, мэра были позавчера. И я вписался в это вообще на полном энтузиазме. Мне сказали, что надо поздравить город с его днем, потому что мы москвичи, и это было бы неплохо. Я повелся на такую хуйню. Я ни копейки с этого не получил, я вам клянусь. То есть видит Бог, что, блядь, я не знаю, получил ли там Тиман что-нибудь с этого. У меня никаких доказательств нет. Если были бы, наверное, как-нибудь ими апеллировал, но я с этого не поимел ни копейки. Если поимел бы, наверное, то я, правда, сидел бы, прикрыв рот и ждал, пока уляжется вся эта, блядь, шумиха, и тратил бы свои миллионы заработанные. Развели меня, подставили. Такая фигня. Очень жаль. Я всегда читал про Москву, я всегда упоминал в своих текстах имена мэров нынешних, прошлых Москвы. Да, я вас, наверное, понимаю теперь, то, что это выглядит, как будто бы меня кто-то заставил прочитать про Собянина. Ни разу не так. Я всю жизнь читал про Москву, читаю и буду читать про Москву. Теперь уже, наверное, без Тимати. Но есть такая фигня, что немножко меня поюзали в очередной раз. Я живу своей жизнью, иногда не той жизнью, наверное, которая вам нравится, но в этот раз я реально извиняюсь перед вами и очень горд за ту молодежь, которая у нас есть, разбирается в политике и ищет какое-то светлое будущее. Я просто не в курсе. Я живу и радуюсь жизни сегодня. Поэтому в следующий раз при каких-то раскладах буду, наверное, как-то интересоваться у людей, кто соображает в этом. А те, кто просто на ровном месте пишет отписка после всей этой хуйни, это, блядь. Ну, вот ты думаешь.